Участники летней школы Института естественных наук СВФУ «Ленские столбы» подвели итоги исследовательского сезона. Как отметили эксперты конференции, студенты проделали много работы. Начали паспортизацию озер на территории Национального природного парка, составили картосхему базы Усть-Ботома. Со следующего года студенты и молодые ученые начнут исследование адаптации рыб, составление карты продуктивности ягодных растений и многое другое.